уходящий год был знаменателен для нас многими достижениями. Мы усердно трудились, вкладывая силы и душу в свою работу, чтобы в итоге из цеха вышла качественная и надежная продукция. И вот теперь сделанная нами техника работает на полях и дорогах нашей страны. В 2018 году на нашем предприятии выпущен целый ряд новых машин сельскохозяйственного и коммунального назначения. Полуприцеп с горизонтальной разгрузкой и возможностью подпрессовки БСП-25 «Гигант» грузоподъемностью 25 тонн. Благодаря усовершенствованной конструкции он способен перевозить до 90 кубических метров груза, силос, зерно, песок, снег и многое другое. Он уже прошел испытания в одном из передовых хозяйств Ярославской области и был представлен публике на трех крупных выставках. Сегодня он самый большой в линейке производимых нами полуприцепов. Еще одной новинкой этого года стал распределитель минеральных удобрений УРМ-10. Эта машина сегодня очень востребована в России. Разработана новая модель герметичного полуприцепа вместимостью до 7 кубических метров. Полуприцеп PS20BM прошел модернизацию и получил новый кузов, благодаря чему вместимость его увеличилась на 20%. В прошедшем году наша техника выставлялась на 20 всероссийских и региональных выставках, самые крупные из которых – День всероссийского поля, Золотая Нива и Юг Агро. Завершена большая работа по сертификации наших полуприцепов по европейским стандартам качества. Проведены испытания на безопасность и выносливость с использованием сложного оборудования. Теперь наши полуприцепы могут поставляться в страны Евросоюза и конкурировать с ведущими западными брендами. А тем временем наши полуприцепы продолжают набирать популярность в России. Особо следует отметить PS-25 «Армада», которых в этом году было выпущено около 30 единиц. Продолжается развитие коммунального направления. Появляются новые, современные и все более технологичные машины. Самая большая комбинированная дорожная машина на базе 30-тонного автомобиля КАМАЗ-65-801 с разбрасывателем Roadmaster вместимостью до 16 кубических метров и емкостью для жидких реагентов на 17 кубических метров. Получено одобрение типа на КДМ-6501 на базе автомобиля МАЗ. Все машины комплектуются блоками управления для комфортного регулирования работы всего оборудования. Наши коммунальные машины в этом году отправились во многие регионы России и даже за рубеж, в Республику Азербайджан. По соглашению с Петербургским тракторным заводом началось производство отвала на трактор «Кировец К-424». Испытания прошли успешно, и отвалы уже отгружаются клиентам. Для компании «Россельмаш» изготовлен передний отвал на трактор «Версатайл». Продолжаются работы по совершенствованию почвообрабатывающей техники. Тяжелая дисковая барана БДТ «Вепрь» удостоена награды по программе «100 лучших товаров России». Разработана модель шириной 2,5 метра для менее мощных тракторов. Дисковый агрегат «Бизон» шириной 8 метров и плуг-рыхлитель «Зубр» шириной 6 метров. Объем реализованной продукции уверенно приближается к 1 миллиарду рублей. Это лишь краткий обзор наших достижений. Всего этого мы достигли вместе, и каждый из вас знает, какой вклад он внес в общее дело. Выпуская качественную технику, мы помогаем нашей стране обрести самостоятельность и не зависеть от иностранных поставок. В новом 2019 году желаем коллективу производственной компании «Ярославич» успехов и усердия в достижении новых рубежей.